Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Сейчас я вам покажу, как связать самое простое ажурное сердечко. Для провязывания этого узора выбираем две центральные петли и переносим их на соседние иголки. Можно переносить просто, это будет попроще, можно переносить косичкой. Узор косичкой создаст рельефный край у нашего сердечка. То есть мы переносим петлю, потом надеваем на нее ту, которая у нас была. Снимаем две крайние петли на два одноигольных декера, переносим петлю, потом сверху надеваем хозяйку. Таким образом мы делаем перенос косичкой. Две иглы, освободившиеся, оставляем в заднем нерабочем положении, провязываем два ряда. Протяжки остаются. И таким образом мы с вами пересаживаем все последующие петли. Сначала ту петлю, которую мы переносим, потом хозяйку этой иглы, которая была там изначально. Итак, сначала делаем перенос, потом насаживаем петлю, которая была на этой игле. Иглы, освободившиеся, оставляем в заднем нерабочем положении. Доводим количество игл в заднем положении до 8. Итак, в заднем нерабочем положении 8 игл. Теперь начинаем вводить иглы в работу. Крайняя игла, на нее пойдет накид, крайняя игла. Вторая игла у нас проходит над рабочей нитью. И третья игла от края с одной и с другой стороны под рабочей нитью. Таким образом у нас создан заработок змейкой. Две центральные иглы остаются в заднем положении, два ряда. Теперь берем наши две центральные иголки и на одну надеваем протяжку верхнюю, на вторую надеваем протяжку нижнюю, для того, чтобы у нас образовались петли. Протяжка, которая у нас под ними находится, накидывается на эти обе иглы, аккуратно, чтобы она не находилась у нас в переднем положении, а также те протяжки, которые у нас образовались до этого, мы точно так же накидываем на эти две рабочие иглы. И ставим все иголки в рабочее положение, чтобы они провязывали петли. На этом узор сердечка закончен. Если этот узор вам понравился, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями, подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. Ждем вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Ваша Наталья Некрасова.